Всем привет, меня зовут Рина. Наконец я взялась за свой сингапурский видеоблог, где буду делиться с вами бесплатными достопримечательностями Сингапура. И первым будет рассказ о садах у залива, или Gardens by the Bay. Сады у залива расположились у, пожалуй, самого известного отеля в Сингапуре, который называется Marina Bay Sands. Посещать сады лучше вечером, когда не так жарко, но чтобы успеть увидеть их в солнечном свете и с ночной подсветкой, а еще застать шоу растущих деревьев. Вход в сады абсолютно бесплатный, и работают они с 5 утра до 2 часов ночи. Главная достопримечательность садов – это аллея с гигантскими супердеревьями высотой от 25 до 50 метров. Они представляют собой вертикальные сады из стального каркаса, обвитого тропическими растениями, цветами и папоротниками. На супердеревьях установлены солнечные батареи, энергия из которых идет на освещение сада в вечернее и ночное время. Если хотите прогуляться по мосту между деревьями и посмотреть сады с высоты 22 метров, нет ничего проще. Билет стоит $5 для взрослого и 3 для ребенка. Купить их можно здесь же. Комплекс «Сады у залива» не ограничивается гигантскими супердеревьями. На всей территории высажено более 225 тысяч растений с различных континентов, созданы аллеи с водными каскадами, водопадами, прудами и открыты две оранжереи – цветочный купол и облачный лес. Но вот вход в оранжереи уже платный. В этом году на территории комплекса был открыт детский сад с игровой площадкой, полосой препятствий и водными развлечениями. Каждый день в 7:45 и 8:45 вечера в аллее супердеревьев для гостей проходит светомузыкальное шоу. Что еще интересного в садах у залива? Все зависит от того, сколько у вас времени. Еще можно посетить сад наследия, озера стрекоз и зимородков, мир растений и многое другое. В садах у залива частенько проходят бесплатные выставки и концерты. Перед посещением обязательно проверьте расписание на официальном сайте. Ссылка на него есть в описании под видео. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео про бесплатные достопримечательности в Сингапуре.